Вот мы и пришли. Коряга в форме курицы. Давайте приблизим. И эта иллюзия развеивается. Но я к таким вещам отношусь серьезно. Я абсолютно серьезно к этому отношусь. К символизму и так далее. Конечно, это довело меня уже фактически до ручки, что я везде вижу какие-то предзнаменования, какие-то символы, а в итоге это просто какая-то случайность. Но при этом мне все равно магический настрой у меня во главе угла. Вот прямо как на РЕН-ТВ. Сейчас вот тут дорожка ведет к дубу. Сейчас мы до него дойдем. У меня камера садится и места мало на ней. Понятно? Поэтому я сейчас опять перейду на смартфон. Как я так не зарядил, не сбросил с нее материал. Никуда не годится. Так. Вот так мы идем. Где-то у нас тут должен быть дуб. Я его уже нашел недавно, я уже говорил. Вот он. Вот балка идет. Тут все вот этими балками изрыто. Вот эта балка продолжается, она... Ну, блин, ведь это, наверное, реально русло реки. Оно туда продолжается. Хотя нет, там тоже есть эти балки. И я не привык к такому названию балка. Вот вам старый дуб. Давайте его возьмем за ориентир нашей джинсовой жизни. Будем сюда регулярно приходить. Он с листьями, все, он живой.